Посмотрите, они сидят изумительно. Они невероятно дизайнерские на любой рост и на любую фактуру. Так что начните с пальто. Ну, по моему мнению, безусловно, это верхняя одежда. Это пальто либо жакет. Всегда уникальный крой, прекрасное сочетание фактур, материалов. Я думаю, что это пальто. По-моему, коллекция очень успешная, очень удачная. Мне все очень понравилось, но с точки зрения коммерции мне бы, конечно, больше... Ну, конечно же, пальто очень круто, но свитера я бы предпочла, если бы они все были связаны сразу, мне кажется, тогда можно было бы носить на все разные фигуры. Потому что в таком варианте только для очень худых девочек, но, может быть, для... Но все очень носибельно, очень коммерчески, очень классно, очень цветочно, все супер. Работа стилиста такова, что часто ты становишься и психологом, и другом в первую очередь. Поэтому, ну, это было долго, очень долго. Кажется, 11 минут показа, но работа около 4 месяцев плотная. Источники вдохновения, серия работ Марка Ротко и Кандинского, я решила поработать на грани примитивизма и авангардизма, плюс использовать цвета, усложнить себе задачу. На самом деле это буквально инспирация уже готовыми вещами. И работать в минимализме с цветом очень интересно, потому что у тебя есть границы в форме, границы в фактуре. Ее нужно интерпретировать либо очень в малом количестве, либо в большом. То есть, например, аппликации на свитере, не принт, не digital print, а аппликации, которые усилили еще вязку, это, скажем так, большая фактура. Я решила выразить так.